А сейчас я вам покажу упражнение благодарения. Это упражнение имеет три главных компонента. Это слово «благодарю», движение руками, я его покажу позже, и управляемый осознанный дыхательный цикл. Слово «благодарю» имеет два оттенка значения. Во-первых, это наш ответ на то, что мы что-то получили. Я говорю «благодарю тебя за то, что ты мне что-то дал». Но в этом слове есть удивительная возможность. Мы можем благодарить другим людям без того, что мы от них что-то получаем. Во время выполнения этого упражнения важно помнить, осознанно удерживать оба значения этого слова. Сейчас я покажу вам движение руками. Благодарю. 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 На этой фазе вы делаете вдох. Благодарю. Благодарю. А сейчас я покажу вам само движение. Просьба повторять за мной. Благодарю. 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 Когда ваши руки поднимаются перед грудью, делайте вдох. Поднимайте руки вверх, обращаясь к небу и получая оттуда за то, за что вы благодарите. Опуская руки в стороны, вы дарите то, что вы получили, окружающим людям. Благодарю. 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 Делайте свой вдох осознанным. Наполняйтесь энергией, когда вы поднимаете руки к груди. Благодарю. 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 Правильное выполнение этого упражнения наполняет вас энергией, дает ощущение состояния получения энергии и отдачи энергии. Дает ощущение, что вы находитесь в энергетическом потоке, который проходит через вас, наполняет вас и уходит дальше к другим людям.